Дом на углу. Через 2 года его снесут. Здесь жил мой друг. В детстве я приходил навестить его в воскресенье. Я звал его с улицы. В доме лаяла собака. Друг выглядывал в окно, спускался и открывал. Во всех садах. Великолепно. Что в этом году сажали? Сажали огурчики, помидорчики, вишня растет. Много вишни. Много вишни? Сколько сажали? Ведра 2. А малина была бы? Малина была. Банок 5. Нормально. Что будете, варенье? Варенье, конечно. Посылать в Париж. Варенье. Пусть попробуют нашу российскую клубнику. Вот блинчики поспели. Замечательно. В этом году впервые в жизни были абрикосы. Первый урожай. Крупные, красные, красивые, такие сладкие. Ну, 15. Кстати, об абрикосах. Вы хотели снять со двора или с улицы? И со двора, и с улицы. Ну, вначале поедим, да? Конечно, сначала поедим. Давайте по блинчику. Хотя бы. Давай. Свежие, мягенькие. Прям со сковородки. Приятного аппетита. Спасибо. Родители работали в цирке и часто были в отъезде. Мы ели блинчики, которые готовила нам бабушка. Потом мы устанавливали кинопроектор и смотрели фильм, отснятый в предыдущие выходные. Мы выросли. Друг мой уехал в Париж. Я женился, у меня родился сын. Потом я стал пить. Однажды я почувствовал себя обузой для семьи.
Спасибо.